Доброй ночи на канале Armwrestling My Life. И смотрим первый армфайтик. Машин. Так. Ну что мы. Вот этот парень вообще неизвестный. Холланд. Ну, сразу запускает. Это первый поединок этого мероприятия. Поэтому набрали. Опять хер знает кого. Ну, посмотрим, что нас ждет сегодня. Пускай они не знаменитые, пускай мы их не знаем, но надеемся, что будет просто красивая борьба. Либо они будут просто удивлять нас опять своими интересными поединками. О, слушайте, обезьянка вышла такая. Интересно, интересно. Но уже вот так и надо выходить. Вот это надо делать шоу. Знаете, кого он напоминает? Напоминает, может, видели фильм такой «Джей Молчаливый Боб». Там такой Джей был. Вот, это Джей вырос, короче. Начал бороться. Так, хорошо, крюковичок против верховичка. Ну, чем-то напоминает Ларата. Не-не, победил. Он побеждает, конечно. Борется с девчонкой. Блин, видели, какой мужик подошел такой, жесткий такой. Повтор. Не-не-не. Вот так. Интересные их подушки. Подушки существуют специально, чтобы заметно было, когда тронулся кисть до них. Интересно, вот эти отличия от наших. А это его, короче, муж вам поддерживал. Как обычно, вот заметно, что вот кто проигрывает, то сразу меняется его такое выражение лица. Ну что, болеем за проигравшего, сейчас посмотрим. Ну, он как-то вот так стоял, мог бы, конечно, это делать, он как-то просто тупо стоял. Оба, верхом. Ну, дали побороться, молодцы. Что-то тормозит вот этот волосатый. Как-то уже, блин, вот не люблю, когда вот так... Ну, все, я проиграл, что я сделать могу? Ну, смотрите, глаза какие. Все, он уже схватки все проиграл. Блин, неужели вот, просто вот уровень борьбы вот интересен. Ну вот этот, видите, как настроен, жестко настроен такой. Уверенный в своих силах. Оп, 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 давай, давай, давай. Красавчик. Полами. Ну, дотянул, короче. Вот, вот, вот. Давай. Ну, злости нету. О, поцелуй был. Видели поцелуй? Но все равно поникше. Смотри, ну, красиво, красиво, красиво это было. Пытался в крюк взять, не вошел в свое движение, и все. Локоть слетает, слетел, у нас уже фол был бы это. И там, ой, короче, жестко. Ну, нормально. Вот это и должно быть так на соревнованиях. Давать побороться. 1-1. Решающий поединок.
Да. Какого-то запала нет у этого. О, группа поддержки поддерживает, да? Шоу. Фал. Хочет, конечно, взять первым. Забрать преимущество. Слушайте, ну это нереально. У нас столько фолов было. Вот смотришь и просто удивляешься, да? Вот мы привыкли к этому. Фаланги закрыты. Слушай, ну... Опять фол дали? Ну, обидно. Если дадут проигрыш, это будет обидно. Ой, хорош. Видите, почувствовал слабину. Выбивает нижние пальцы. Оп, хорош, закрутиться не может. Все, понял его технику. Ему надо оппоненту этому либо стартовать побыстрее. Ну что, да, есть. 1-2. 2-1. Муж опять настраивает. Ну, я предполагаю, что опять... Все будет так же. Он уже изучил полностью его. Если этот, конечно, не стартанет. Ну, он быстро стартует. Но, видите, не помогает. Потому что этот преимущество на старте забирает. Ой, вот, красавчик. Верхом пошел. Понял, что в крюк нечего идти. Смотрите, и раскрыл кисть. Но этот мой пронатор хороший такой. Кисть слабенькая, вот в классике. А вот пронатор хорошо вытягивает. И старт. У этого старт. Лук. Уже вверх, конечно, так не... Ну, смотрите, теперь ставлю на волосатого. Связочка. Либо этот в крюк пойдет с левой стороны. Вот сейчас интересно. Связка, конечно, меняет баланс сил. Фол. Так, хорошо. Блин, да они не установились. Уже дергаются, блин. Не должно так быть. Конечно, побороться, все хотят выиграть, но... Ой-ой-ой, все, вот так. Да, завязки совсем по-другому. Никак, если верховичок, конечно, преимущество имел.